Полдень в столице. Вы смотрите новости. Мы продолжаем рассказывать о главных событиях в стране и мире. С вами Динара Саду. Здравствуйте. Касым-Жомарт Токаев прибыл на Бакинский олимпийский стадион, где сегодня состоится Всемирный климатический саммит. Главу нашего государства встретили президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Ожидается, что лидер Казахстана выступит первым на пленарной сессии. В Астане проходит очередная встреча по урегулированию ситуации в Сирии. На 22-й раунд международных переговоров прибыли 11 делегаций. Группу от правительства Сирии возглавил заместитель министра иностранных дел и по делам экспатриантов Айман Рад, а от оппозиции Ахмад Тома. Прибыли делегации из стран-гарантов России, Турции, Ирана. В качестве наблюдателей присутствуют представители Иордании, Ливана и Ирака. Отмечу, сегодня состоится пленарное заседание и пресс-конференция по итогам переговоров. В Сирии продолжается гражданская война. 13 лет боевых действий обернулись для страны масштабным гуманитарным кризисом. За это время там погибли почти 500 000 человек, разрушена инфраструктура, жителям не хватает продовольствия. О гуманитарной ситуации в Сирии расскажет Райхан Серикова. За 13 лет гражданской войны в Сирии погибли почти 500 000 человек, а более 5,5 миллионов людей были вынуждены покинуть свои дома и бежать из страны. Те, кто остался, ежедневно сталкиваются с огромными трудностями. Более 80% сирийцев живут за чертой бедности, а инфляция достигает рекордных уровней. Кроме того, безработица и отсутствие стабильных источников дохода также усугубляют и без того тяжелую гуманитарную обстановку. Более 90% населения Сирии в настоящее время живут в нищете. Экономика страны стремительно ухудшается из-за санкций, а также растет уровень беззакония со стороны местных вооруженных групп. После разрушительного землетрясения в феврале 2023 года ситуация в Сирии усугубилась. Напомню, тогда погибли почти 8000 человек. Такие данные приводят в ООН. Магнитуда самых сильных подземных толчков составила 7,8. Тысячи домов и общественных зданий, включая школы и больницы, были повреждены или разрушены. На строительство новых в государственной казне не хватает денег. Тысячи сирийцев остались без крова. Массовая миграция как внутри страны, так и за ее пределами продолжается и до сих пор. Спустя год после землетрясения в Сирии тысячи семей еще не оправились от последствий стихийного бедствия. Выжившие остаются с ощущением утраты и травмой тех страшных дней. Целые общины потеряли свои дома. Несмотря на гуманитарное положение внутри страны, сирийское правительство принимает граждан Ливана, которые бегут от израильских бомбардировок. По данным местных властей, свыше 3000 жителей Ливана бегут в Сирию ежедневно. Большая часть из них – женщины, дети и пожилые люди. При этом сама Сирия по-прежнему подвергается различным ударам, давление на страну оказывает затянувшийся ближневосточный конфликт. Сегодня население страны составляет около 25 миллионов человек, жизнь которых изо дня в день продолжает усугубляться в условиях войны и разрушения. Райхан Серикова, 24KZ. В Казахстане создают универсальные подразделения для экстренных ситуаций из числа пожарных, медиков и спасателей. Это позволит своевременно оказывать первую помощь пострадавшим в случае возгорания, заявил министр по ЧС Чингиз Аринов на заседании правительства. Ведомстве внедряют новые методы пожарной безопасности в отопительный период. Закупают специальные дроны, позволяющие тушить возгорание в многоэтажках. Кроме того, до конца года парк спецтехники пополнится более чем на 700 единиц. Направят их в основном в районы и села. Жители обучат навыкам самоспасения при пожарах. По республике уже провели свыше 250 таких учений. Пересмотрели также подход по строительству пожарных подразделений. Как вы знаете, есть в Министерстве по чрезвычайным ситуациям есть Центр медицины катастроф. Порядка 40 трассовых медико-спасательных пунктов у нас дислоцированы на наиболее опасных участках. Так сложилось, что в Акмолинской области, в поселке Аршалы, этот пункт находится на трассе, он возведен там в 2014 году, и условия, конечно, были не самые лучшие. Мы проанализировали ситуацию, в 2 километрах находится поселковое наше подразделение, пожарное депо.
Мы сделали там соответствующий ремонт, условия, там есть парковка, гаражи. Как вы знаете, в Акмолинской области очень много озер, там гибнут люди. Ближайшее спасательное подразделение у нас дислоцируется в Кокшетау, оно очень далеко, поэтому мы приняли решение их тоже туда объединить. С начала отопительного периода в Казахстане зарегистрировали 650 пожаров. Причина чаще всего неисправность печи или электропроводки. В результате погиб 31 человек, сообщили в МЧС. В стране усилили профилактическую работу по пожарной безопасности. Сотрудники ДЧС в Астане ежедневно обходят частный сектор, разъясняя жителям, как правильно пользоваться печами. Также устанавливают специальные датчики, фиксирующие опасную концентрацию угарного газа в воздухе. К этому времени подключили около 600 таких устройств. На территории столицы более 30 тысяч домов частного сектора, более 15 тысяч мы уже обошли. В первую очередь мы прошли, конечно, дома социально уязвимых слоев населения. При помощи местных исполнительных органов провели работу в части ремонта отопительных печей и замены электросети. Это 33 домах. Морозы надвигаются на большую часть Казахстана. Обильный снег с метелью прогнозируют в Восточно-Казахстанской области. По данным Казгидромета, ночью там ожидается минус 25 градусов. Днем столбики термометров покажут минус 16. На севере, западе и в центре республики днем до 8 градусов мороза. Жители предупреждают о порывистом ветре и гололедице. На западе чуть теплее, до 3 градусов тепла. В Астане сегодня переменная облачность. Ночью небольшой снег, поземок. Температура воздуха ночью опустится до минус 15 градусов, а днем до минус 10 мороза. В Алматы без осадков. Температура воздуха днем от 8 до 10 градусов тепла. В Шымкенте 11 градусов тепла. Реконструкцию водоочистительных сооружений проводят в 12 селах Махамбетского района Атырауской области. Одно из них расположено в селе Жалгансай. До конца года планируют заменить водоочистительные станции в 15 селах. Отмечу, проект реализуют с 2002 года. Его общая стоимость превышает 5 миллиардов тенге. Гарантийный срок оборудования составляет 5 лет. По словам оператора водоочистительного комплекса Куаныша Медгалиева, оно полностью автоматизировано. Раньше оборудование подключали вручную, теперь оно автоматизировано, включается по мере снижения уровня воды в колодце. В ходе реконструкции увеличили объем резервуаров, провели благоустройство объекта и заменили плавучий насос. В данный момент 4 из 12 водоочистительных комплексов уже подключили. Программу реновации жилья впервые запустили в Кокшетау и начали ее со сноса 6 ветхих домов, где проживали почти 50 горожан. Взамен они получили новые квартиры или денежную компенсацию. На это из областного бюджета выделили 700 миллионов тенге. На месте снесенных домов построят современный жилой комплекс. На следующий год туда переселят жители других домов, которые тоже подпадают под снос. Власти областного центра планируют провести реновацию 11 локальных зон. Там снесут почти 800 ветхих частных и многоквартирных домов, отметил заместитель руководителя управления строительства региона. Реновация – это вопрос и безопасности. Потому что это ветхое жилье, построенное порядка 50-60-х годах, есть и ранее построенные. Во-первых, это обновление архитектурного облика. В последующем это обеспечение зелеными зонами, спортивными, игровыми площадками, парковочными местами, компактно расположенными на определенных участках. Больше 250 тысяч детей в Казахстане ждут своей очереди в детские сады. Данные предоставили в Министерстве просвещения. Так, в Алматы в ожидании около 40 тысяч дошкольников. Следом идут Восточно-Казахстанская и Кызылординская области. 38 тысяч и 23 тысячи детей соответственно. По количеству детских садов лидирует Туркестанская область. Там открыли почти 1500 таких организаций. На Алматы приходится около 1000. В Астане открыли
закрыли больше 600 дошкольных учреждений. В целом по республике действует 11 тысяч детских садов, из них больше 5 тысяч частные и 6 тысяч государственные. По поручению главы государства в стране реализуется программа охвата детей дошкольным образованием с 2 лет. Из республиканского бюджета направляют целевые трансферты. В этом году выделили больше 220 миллиардов тенге. Об этом в эфире нашего телеканала сообщила представитель Минпросвещения Манара Адамова. В прошлом году уже были открыты 68 тысяч новых мест, открыты 583 дошкольных организации. В этом году с начала года только открыты уже 448 дошкольных организаций, причем 48 тысяч новых мест. До конца года еще сейчас у нас объявляется конкурс, открываются много дошкольных организаций, частных садов, есть строящиеся, которые завершатся, значит, до конца года. И таким вот образом еще планируется 300 тысяч мест. Дом школьников и современную школу искусств просят построить жители Шиелийского района Кызылординской области. Проблему детского досуга и дополнительного образования там не могут решить на протяжении многих лет. Занятия в детских кружках и уроки музыки проходят в неприспособленных помещениях. Когда у детей появится современный центр досуга, узнавала Райхан Тажибаева. Десятки лет по чужим углам. Собственного здания у дома школьников в поселке Шили никогда не было. Сегодня он занимает часть дворца торжеств. Под 25 кружков здесь приспособили всего 8 кабинетов. Помещений, говорят преподаватели, не хватает. Уже давно нужно собственное здание. Сейчас 25 кружков посещают почти 1000 детей. Кабинетов не хватает. Приходится выходить из положения. Тесно, неудобно. Помимо здания нужно еще и хорошее оснащение. О новом здании мечтают и воспитанники районной школы искусств. Уроки музыки, говорит директор школы, проходят в бывшем помещении развлекательного центра. Нужен специально оборудованный концертный зал, типовые классы для занятия музыкой и помещения для танцев. Год от года количество учащихся растет, поэтому необходимо новое здание. Проблему местной власти решают. В районе планируют строить здание, в котором разместят дом школьников на 200 мест и школу искусств на 50 мест. Проектно-сметная документация объекта, говорит руководитель районного отдела строительства, уже готова. Проект подготовлен по запросу отдела образования. Типовое здание разработано с учетом всех современных требований. Будут созданы комфортные условия для занятий в кружках и музыкальных классах. Под строительство выделен земельный участок в центре поселка. Документы переданы на рассмотрение в областное управление строительства. Реализовать проект в районе начнут, как только решится вопрос финансирования. Новый объект, уверены шилийцы, станет центром образования и досуга подростков. Райхан Тажибаева, Ахан Алиев, Кызылординская область, 24 КЗ. Казахстанским родителям предлагают совместно с государством копить на образование детей. Для этого в стране планируют запустить новую программу «Келешек». Чем она отличается от других, расскажет моя коллега Гульнара Ерманова. Казахстанские родители смогут открыть специальный счет на имя своего ребенка, на который ему поступит стартовый капитал от государства. При этом к мамам и папам выдвинут встречные обязательства. Они должны будут за год накопить минимальную сумму, которую пропишут в условиях программы «Келешек». Основной площадкой реализации системы «Келешек» станет действующая государственная образовательная накопительная система. Оператором данной системы выступает акционерное общество «Финансовый центр». Помимо банковских вознаграждений, программа также предусматривает ежегодное начисление государственной премии – это 5% и 7% на вклады суммы по договорам страхования, что в совокупности позволит родителям в будущем накопить сумму, достаточную для оплаты обучения. Активными партнерами в сфере государственной образовательной накопительной системы являются 5 банков второго уровня и 5 страховых компаний. Открыть счета детям можно с любого возраста. По достижении ребенком 5 лет он получит стартовый капитал от государства в размере 60 МРП. Это чуть больше 220 тысяч тенге. Дети-сироты в 2 раза больше. За год родители также должны будут отложить не менее 24 МРП. Это чуть больше 88 тысяч тенге. Мамы и папы детей и социально уязвимых слоев населения должны накопить не менее 12 МРП. Кроме того, каждый год на счета будет падать государственная премия, а банки обязуют начислять инвестдоход.
Если родители нарушат требования и не будут вносить оговоренную сумму, они должны будут вернуть в бюджет стартовый капитал. Впрочем, сами казахстанцы не прочь копить на будущее образование детей. О, это хорошее дело. Задел на будущее. Образование в наше время это очень важно. Так что я думаю, что это хорошая программа. Это удобно, потому что хоть какие мы деньги не внесли бы, все равно, если государственная премия будет, то это хорошо будет. В любом случае, я буду откладывать на будущее своего сына, на учебу. Ну, через 2 года закончить школу. Неплохо было бы, конечно. У меня ребенок вот 8 класс заканчивает. Один уже отучился, уже работает. Было бы неплохо. Пока детали программы обсуждают в парламенте. При этом сокращать или отменять гранты в Казахстане не будут, рассказывает депутат Мажилиса Ирина Смирнова. Те ребята, которые не прошли по грантам, смогут обучаться по вот этой программе финансовой, которую предлагает государство. Если же ребенок поступит все-таки на грант, и эти собранные деньги не пригодятся для получения образования, то можно эти деньги перенаправить для обучения другого члена семьи, другого ребенка, либо для повышения образования этим же человеком, который уже стал взрослым и получил грантовое, скажем, образование. Если же и для этого не нужны данные отложенные средства, то они могут быть направлены для приобретения недвижимости. Накопленные деньги можно будет потратить как на обучение в колледжах, так и в вузах страны, в том числе за рубежом. Гульнара Ерманова, Наталья Салькова, Жандос Битабаров, 24 КИЗ. Казахстан принял участие во внеочередном саммите Лиги арабских государств Организации исламского сотрудничества. Встреча посвящена урегулированию палестинского вопроса и стабилизации ситуации в Ливане. В своем выступлении заместитель премьер-министра Казахстана Мурат Нуртлел отметил важность содействия организации в вопросах мира и стабильности в мусульманских странах. Он призвал выработать конкретные предложения по регулированию конфликтов. По его словам, международное сообщество не должно забывать о важной роли миротворческих миссий ООН на голландских высотах, в Ливане и других частях мира. К другим темам. Казахстанский проект по сохранению сайгаков получил премию принца Уильяма. Награда считается экологическим Оскаром. Ее присуждают за инновации, способствующие восстановлению планеты. Анор Абдрахманов расскажет подробнее. Кейптаун. Супермодель Винни Харвелл объявляет имя победителя премии The Earthshot Prize 24. Алтон Дала Консерватейшн. Это своего рода экологическая Нобелевская премия. Награду присуждают за инновации, способствующие восстановлению планеты. Учредил ее принц Уильям. I'm honored to receive the prize. Восстановление численности сайги – яркое подтверждение того, что сотрудничество человека и природы обладает огромной силой. Это признание той невероятной работы, которая была проделана на протяжении последних 20 лет всеми вовлеченными в процесс специалистами. Вклад Веры Вороновой в дело развития экоразнообразия отмечен далеко не впервые. Не так давно она получила премию Мидори за выдающиеся достижения в охране дикой природы. Алтын Дала – уникальная экологическая инициатива. Ее главная цель – восстановление численности сайги. Результаты работ наглядно показывают цифры. Популяция диких антилоп увеличилась с 21 тысячи особей в 2003 году до почти 3 миллионов. Это один из самых успешных примеров восстановления млекопитающих в мире. Во-первых, нам нужны были доказательства и научная база, поэтому мы использовали технологии в виде установки спутниковых ошейников на сайгаков. И с 2009 года, когда мы впервые начали это делать, у нас было установлено вот на сегодняшний день более 230 спутниковых ошейников. Благодаря этим данным мы получили очень важные и ценные данные по перемещениям сайгаков, по их путям миграции, по их основным местам обитания в зимний период, в летний период. И именно эти данные легли в основу создания новых особо охраняемых природных территорий, расширения существующих ОПТ, а также эти данные, передаваясь государственным инспекторам, легли в основу путей патрулирования и, соответственно, борьбы с браконьерством.
Победители премии получают в качестве приза 1 000 000 фунтов стерлингов. Это больше 600 миллионов тенге. Казахстанские экологи надеются, что финансирование позволит уделить больше внимания возрождению и других приоритетных видов животных, которые находятся под угрозой. Эти деньги будут разделены поровну между всеми партнерами. И они будут потрачены на продолжение нашей работы в рамках природоохранной инициативы Алтын-Дала и вот реализацию тех проектов, которые мы начали, как я уже сказала, проекты по реинтродукции куланов и лошадей Пржевальского в Казахстан. Это довольно сложные, тоже многокомпонентные, дорогостоящие проекты. Вот. Но поскольку мы хотим восстановить полностью степь в том виде, в котором она была, да, и может быть, нам, конечно, кроме сайгаков, нужны и другие виды. Мировые звезды не в первый раз обращают внимание на усилия Казахстана по сохранению исчезающего вида животных. К примеру, в прошлом году американский актер Леонардо Ди Каприо отметил увеличение популяции сайгака и назвал это беспрецедентным событием. Ануар Абдрахманов, Диас Кобуамбаев, 24KZ. По Зуму к нам подключается руководитель управления животного мира и охотничьего хозяйства Аскар Абдрахманов. Аскар Оразбаевич, здравствуйте. 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 Да. Какое значение мы имеет тоже премия Уильяма? За что присуждают? Ага. Что для нас это значит? Эта премия очень, да, действительно очень важна. Ее как бы сравнивают с премией «Оскар» в сфере экологии, сохранения природы. Но эта премия – международная награда, созданная по инициативе принца Уильяма, как мы до этого говорили, была создана для содействия экологическим изменениям и восстановлению планеты. Она была запущена в 2021 году и охватывает 5 категорий. И это сохранение и восстановление природы, чистый воздух, здоровые океаны и решение проблем отходов и изменения климата. В этом номинации природоохранная инициатива «Алтын-Дала» стала одним из 15 финалистов на основании конкурса, через который прошли 3700 заявок. Номинировал «Алтын-Далу» офис ООН, Организация Объединенных Наций, по восстановлению экосистем, которые ранее признали инициативу одним из мировых флагманов восстановления экосистем в 2022 году. Основные критерии по выбору и отбору в списке финалистов было восстановление численности сайгаков, это значительное расширение площади охраняемых территорий в степных экосистемах и, соответственно, создание новых рабочих мест. Угу. Какие меры предпринимаются в нашей стране для защиты популяции сайги? По защите популяции сайгаков у нас сейчас работает государственное предприятие «Охотзоопром». Угу. Также имеются подразделения Комитета лесного хозяйства животного мира, это областные территориальные инспекции, с силами которых ведется работа по охране, по восстановлению численности сайгаков. Угу. А какова популяция на данный момент сейчас? На данный момент численность сайгаков всех трех популяций в Казахстане по данным весеннего учета составляет 2 миллиона 800 особей. Uh-huh. 2 миллиона 800 тысяч особей, а оценочная численность это с приплодом, весенним приплодом составляет около 4 миллионов 100 тысяч особей. Uh-huh. Вот жалобы крестьян поступают, как да, на них реагируют? Да. Да. Uh-huh. Да, это имеет место, особое внимание занимает это у нас Западный uh-huh. Казахстан, где волго-уральская популяция увеличилась в несколько десятков раз, что было раньше, и, соответственно, сейчас идут жалобы от фермеров, которые занимаются пассивным хозяйством, кто скот пасет вот на пастбище. Да, имеет место конкуренции сайгаков с сельским хозяйством. Сейчас по этому вопросу мы сейчас... У нас создана сейчас рабочая группа международная,
то есть имеется в виду с Российской Федерацией, мы, здесь решается вопрос беспрепятственной миграции через государственную границу популяции волгоградских, популяции сайгаков. То есть создать условия для прохода через границы в сторону России и обратно, тем самым попробовать разгрузить пастбища и поля в Западно-Казахстанской области. А вот чрезмерный рост численности популяции, да, сайгаков может за собой повлечь и проявление каких-то ветеринарных рисков? Да, верно, тоже имеет место, так как обычно сайгаки в зимний период, это период гона, естественно, имеется естественный отход сайгаков в зимний период. Это вот истощенные сайгаки, которые не добрали свой положенный вес к зиме. Это отход бывает. Это отход составляет от популяции, то есть от численности, ну, 10-15% примерно по данным наших ученых. И вследствие чего, да, возможен, если не убирать эти туши, то есть естественно павшие, возможно, весной могут быть там какие-нибудь там эпидемиологические ситуации произойти. Но мы стараемся этого не допустить совместно с местными исполнительными органами, с ветеринарными службами, вовремя обнаруживать эти, естественно, павших сайгаков и утилизировать. Но в этом году сейчас к этому вопросу мы тоже готовимся, начинаем, то есть над этим мы сейчас работаем очень плотно. Спасибо большое, Аскар Оразбаевич, вам за беседу. Аскар Абдрахманов, руководитель управления животного мира и охотничьего хозяйства, был с нами на прямой связи по Zoom. Спасибо. Тем временем Джо Байден пообещал, что распределит оставшиеся средства администрации на проекты по борьбе с изменением климата. Он планирует сделать это до прихода к власти республиканца Дональда Трампа, сообщил старший советник Байдена по вопросам экоинноваций, внедрения зеленой энергии Джона Подеста в ходе конференции ООН по изменению климата в Баку. Между тем, по оценкам CNN, во время своего президентства политик уже направил на эти цели 103 миллиарда долларов. Это 90% от общего бюджета, выделенного на климатические инициативы. Кроме того, администрация Байдена объявила о новых мерах, направленных на защиту окружающей среды, в частности, об ограничении добычи нефти в национальном арктическом заповеднике на Аляске. Продолжим о новостях в мире. Дональд Трамп анонсировал еще одно ключевое назначение в своей будущей администрации. Постоянным представителем США при Организации Объединенных Наций станет 40-летняя Элис Стефаник. Конгрессвумен возглавляет объединение республиканских законодателей в Палате представителей. На своем решении Трамп сообщил изданию «Нью-Йорк Пост». Однако официального заявления пока не было. Отмечу, в 2019 году Стефаник выступала против первого импичмента, который объявили Трампу, а позже поддержала его в попытках отменить итоги президентских выборов 2020 года. В пробах воды японского города Хиросима обнаружены токсичные соединения фтора. Их концентрация в 300 раз превышает допустимые нормы. По данным ученых, употребление загрязненной воды может нанести вред иммунной системе человека и спровоцировать раковые заболевания. Об источниках загрязнения воды расскажет Асель Абдыкалыкова. В пробах воды японского города Хиросима найдены токсичные соединения фтора. Перфторооксансульфоновая и перфторооктановые кислоты. Эти синтетические химические вещества называют вечными химикатами, потому что они практически не разлагаются в природных условиях. При попадании в организм человека токсичные соединения могут вызывать рак, врожденные поруки развития у младенцев, гормональные расстройства, заболевания печени и щитовидной железы, а также снижать иммунитет. Местные жители предполагают, что источником загрязнения могла стать военная база США, расположенная недалеко от города. Нам пришлось отказаться от использования колодезной воды. В этом году мы также перестали выращивать рис. В той стороне находится склад боеприпасов армии США. Это большая территория, и оттуда течет небольшая река. Мы думаем, что это источник загрязнения.
Дело в том, что токсичные соединения фтора содержатся в пене для тушения пожаров. Ее американские военные используют во время учений. В сентябре этого года в ходе исследований выяснилось, что на территории стратегического объекта были уничтожены большие объемы пеноконцентрата. По результатам экспертизы, содержание вредных химикатов в воде достигло рекордных 15 тысяч нанограммов на литр. Это по меньшей мере в 300 раз превышает установленные нормы безопасности Японии. Мы обнаружили высокие концентрации токсичных соединений к югу и северо-востоку от склада боеприпасов армии США. Установленный стандарт Японии составляет 50 нанограммов на литр. Я считаю, что это чрезвычайно высокая концентрация. Мы сейчас проводим дополнительный комплекс исследований и хотим выяснить, какой вред вещества могли нанести экосистеме. Американские военные базы существуют на территории Японии со времени окончания Второй мировой войны. Всего на островах Хонсю, Кюсю и Окинаве расположена 91 военная база США. Объекты занимают территорию свыше 78 тысяч акров. Военная база США близ города Хигаси Хиросимы существует почти 80 лет. Асиль Абдыкалыкова, 24 KZ. Свыше 100 тысяч человек пострадали от наводнений в Колумбии. В стране ввели режим ЧС. Сильные ливни с градом охватили 27 регионов страны. Больше всего пострадали Чоко, Каука и Гуахира. За последние 4 дня там выпало рекордное количество осадков. Затоплены сотни домов, повреждены линии электропередачи. Под воду ушли сельскохозяйственные угодья. Фермеры жалуются, что потеряли урожай. Власти оценивают ущерб. Предполагается, что он составит миллионы долларов. О пострадавших не сообщается. Мощный тайфун Тараджа обрушился на Филиппины. Основной удар стихии пришелся на северо-восточное побережье страны. Он принес с собой сильные проливные дожди и мощный ветер. Власти успели эвакуировать из опасных зон жителей 2500 деревень. Из-за циклона отменили занятия в школах. Парализована транспортная инфраструктура. Также временно приостановили работы парома. Дороги завалены мусором и стволами деревьев. Сообщений о жертвах или пострадавших нет. Тараджа уже четвертый тайфун, который обрушился на Филиппины, и это меньше, чем за месяц. Предыдущие три стали причиной гибели 159 человек. В ближайшие полгода острая нехватка продовольствия грозит 22 странам. Среди них Судан, Палестина, Гаити и Мали. Данные в своем докладе приводит ООН. По данным организации, военные конфликты, экономические потрясения и гендерное неравенство являются основными причинами, вызывающими продовольственные кризисы. Усугубляют ситуацию постоянное перемещение беженцев и экстремальные погодные явления, в их числе феномен Ла-Нинья. Он может привести к сильной засухе в Сомали, Кении и Эфиопии. В Сербии тысячи людей вышли на протесты из-за трагедии на вокзале. Они собрались перед зданием администрации и требовали привлечь к ответственности причастных к смерти 14 человек. Напомню, 1 ноября обвалился навес железнодорожного вокзала в городе Нови Сад. На людей обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Одно из требований активистов – отставка премьер-министра Сербии и мэра Нови Сада. Также они хотят, чтобы задержали тех, кто напрямую несет ответственность за упущение при реконструкции здания. Протестующие также выступают за обнародование текста договора с иностранными компаниями-подрядчиками. 3 года назад в здании проводили реконструкцию. В этом году даже делали ремонт. Это 24KZ, прямой эфир. Курс биткоина в очередной раз обновил исторический максимум. Стоимость криптовалюты превысила 89 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance. За последнюю неделю цены на цифровое золото бьют один рекорд за другим. Началось это ралли 6 ноября после выборов в США. В ожидании победы одного из кандидатов стоимость биткоина достигла 74 тысяч долларов. Ранее гендиректора Binance Ричард Тен заявил, что с победой республиканца для криптовалют начался золотой век.
Почти на 30% вырос долг казахстанцев перед ломбардами в этом году. Им нужно вернуть около 230 миллиардов тенге. Данные приводят аналитики Финпром.кз. При этом сумма по просрочкам превысила 70 миллиардов тенге. Из 500 ломбардов страны основная доля кредитного портфеля приходится на топ-10 крупнейших игроков. Две трети общего объема, а на топ-20 почти 75%. Вы знаете, есть динамика. Буквально за последние годы порядка 30-40 ломбардов сошли с дистанции, были отозваны лицензии, некоторые сами добровольно закрылись. Это говорит о том, что, конечно, спрос на предлагаемые их услуги падает, но я здесь хочу отметить, в связи с вступлением некоторых законодательных актов, вы знаете, да, вот недавно принимали закон о минимизации риска закредитованности граждан, есть некоторые пруденциальные нормативы, которые более ужесточат подход как банкам, так и микрофинансовым организациям. Соответственно, возможно, в следующих годах мы увидим определенный рост спроса на ломбардные услуги. Больше 2000 квартирных воров задержали в Казахстане с начала года. По данным Министерства внутренних дел, как правило, они выносят ювелирные изделия и технику, которую позже сдают в ломбарды. О том, почему ломбарды стали точками сбыта краденого имущества и что предлагают предприниматели, чтобы предотвращать такие случаи, расскажет Анна Ильедельхаза. Житель столицы Бауржан Бахчанула – один из тех, чье имущество обманом сдали в ломбард. На онлайн-платформе мужчина выставлял на прокат технику для фото и видеосъемок. По объявлению к нему обратился парень, внес предоплату, оставил личные документы и заверил, что вернет все через 3 дня. Оставили мне фейковые права, фейковое удостоверение. У них съемки должны были длиться 3 дня. Через 3 дня звоню, никто не берет трубку. Ну, потом заявление написал полиция, и они посмотрели через камеры, через все эти детали, оперуполномоченный, следователь. После этого через неделю мне нашли мою технику, но эту технику уже сдали в ломбард, продали в другой город, но в конце концов вернули. Общая сумма ущерба составила порядка 2 миллионов тенге. Аферист оказался гражданином другой страны и его депортировали. В таких ситуациях, объяснил глава профильной ассоциации, страдают больше всего сами ломбарды. Они остаются в минусе, принимая в залог краденое имущество. Имущество изымается, передается потерпевшему. Потерпевший примиряется с подозреваемым, совершившим преступление. И дело либо закрывается, либо по примирению, либо еще что-то. А ломбард вынужден будет обращаться в гражданский суд по взысканию суммы с этого преступника. Обычно это контингент, у которого ничего нет, который не работает, маргинально достаточно, живет в маргинально достаточно среде. Чтобы такие факты происходили реже, нужно наладить тесное сотрудничество с госорганами, считает Роберт Абзалилов. В Ассоциации Национальной Лиги Ломбардов просят предоставить им базу данных краденого имущества. Сверяясь, они могли бы отказывать в случае подозрительных залогов. Пока ломбарды так не делают, потому что невозможно узнать, кому на самом деле принадлежит кольцо или ноутбук, который хотят им сдать. Правоохранительные органы работают по своему алгоритму. При регистрации случаев уголовных правонарушений против собственности органы внутренних дел направляют в ломбарды сведения о похищенных вещах с приложением их фотоизображений. Если вещь, предоставленная в залог, соответствует описанию похищенной вещи, ломбард незамедлительно сообщает о данном факте в органы внутренних дел. Ломбарды также обязаны передавать информацию в правоохранительные органы о человеке, который не смог в положенные сроки выкупить заложенное имущество. В МВД считают, что такая мера позволяет оперативно устанавливать подозреваемых в воровстве и сократить количество краж. Анель Едельхазас, Асхат Каракойшиев, 24 КИЗ.
Сегодня Всемирный день борьбы с пневмонией. По данным Министерства здравоохранения, за 9 месяцев с начала года в Казахстане зарегистрировали больше 76 тысяч случаев. За этот же период год назад выявили на 10 тысяч случаев меньше. Рост составил 14%. Чаще пневмония встречается в северных и центральных регионах страны. По словам главного внештатного пульмонолога Министерства здравоохранения Натальи Латыповой, в этом году отмечается рост микроплазменной пневмонии. Она не отличается тяжестью течения, но очень быстро распространяется. Как правило, вспышки этого вида пневмонии происходят раз в 3-4 года. Большинство заболевших – дети и молодые люди. Наталья Латыпова уверена, что самым действенным методом защиты от заболевания остается вакцинация против гриппа и антипневмококковой инфекции. И сейчас Наталья, к нам подключается ведущий пульмонолог НИИ кардиологии внутренних болезней Сауля Хакасенова. Здравствуйте. Сауля Алайкуна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня Международный день борьбы с пневмонией. Почему важна эта дата? Ну, этой датой мир хочет отметить, и в частности медицинский мир, важность этой проблемы пневмонии, ее опасность для окружающих, для здоровья людей и о том, что надо беречь свое здоровье. Опасно? Чем опасна пневмония? Кто в группе риска? А пневмония – это острое заболевание, то есть она развивается внезапно. Это заболевание инфекционное, то есть оно вызывается бактериями или же вирусами в меньшей части. Основной причиной развития является переохлаждение. То есть вы видите, что сейчас резко похолодало, и у нас увеличился поток людей, которые обращаются с признаками пневмонии. В группе риска состоят дети, чаще всего они болеют до 5 лет, люди в возрасте старше 65 лет, а также беременные женщины и люди, которые, у которых имеется иммунодефицит. Это те люди, которые получают биологическую терапию или же имеют аутоиммунное заболевание. Но пневмония – это чаще всего лечение антибиотиками, да? Верно я говорю? А какие-то новые подходы в лечении применяют сейчас? Ну, антибиотики, правильно, это поскольку пневмония вызывается бактериями, чаще всего это грамположительные или грамотрицательные возбудители, то основными препаратами для лечения являются антибактериальные препараты, то есть антибиотики. Эти препараты назначает только врач, потому что, ну, как вы уже сказали, могут быть микоплазменные пневмонии. Это уже особый вид возбудителей, внутриклеточные возбудители. Действительно, такие пневмонии сейчас имеют большее распространение. Вот. Но в любом случае назначаются антибиотики. Даже если причиной пневмонии являются внутриклеточные возбудители, как микоплазмы, то назначают антибиотики. Но если, например, пневмония вирусной природы, то тогда лечение проводится противовоспалительная терапия. Если необходимо, то назначаются противовирусные препараты. Если, например, выявлено, что причиной является грипп, вирус гриппа. Или же симптоматическое лечение. Поэтому только врач может определить, какая пневмония – бактериальная, вирусная, микоплазменная пневмония. Вот. И именно врач может подобрать правильное лечение. То есть я хочу сказать, что не надо заниматься самолечением, а лучше обратиться к врачу, к специалисту. Да, учитывая еще и тот фактор, что есть устойчивость к некоторым антибиотикам, о которых люди могут и не знать. Да, есть такое. Участились случаи, когда пневмония без температуры. Вот сейчас часто очень слышу, и есть такой непродуктивный кашель, буквально там несколько раз в день. Это новый вирус какой-то? Ну, по-видимому, да, потому что мы не можем сбросить счетов, что тот коронавирус, который мы пережили с 90-х, с 2020 года, что этот вирус, хотя несколько раз видоизменялся, и последние его штаммы, они могут протекать именно так, и в том числе стать причиной вот этих вот вирусных пневмоний. Но, тем не менее, когда люди обращаются, то есть у них нет температуры, вот небольшой
небольшое покашливание, как вы сказали, но благодаря тому, что у нас сейчас очень современные способы диагностики, это компьютерная томография, она выявляет эту пневмонию, потому что делается исследование легких на очень тонких срезах. И вот такие вот виды пневмонии, они выявляются. Но они и имеют разный вид течения, у кого-то проходит относительно легко, а у тех лиц, о которых мы с вами говорили, группы риска, они могут затягиваться, поэтому по-любому все равно нужно будет обращаться к врачам. Какие признаки должны насторожить? В повседневной жизни мы как привыкли? Немножко покашляли, думаем, пройдет, попили какие-то сиропчики, да, и потом выясняется, что запустили, вот сейчас уже довели до пневмонии. Когда нужно обращаться к врачу? Какие признаки должны насторожить? Если кашель длится больше 3 дней, если температура повышается больше 38 градусов и начинает выделяться мокрота желтого или же зеленого цвета, если появились боли в груди и слабость и особенно потливость не проходит, то это уже классические признаки, 5 признаков пневмонии. Пора к врачу. А скажите, доступна ли пациентам реабилитация после пневмонии? После перенесенной пневмонии пациенты занимаются дыхательной гимнастикой, ведут здоровый образ жизни. Мы рекомендуем ограничить все водные процедуры. То есть, если пациент занимался плаванием или ходил в сауну, или любил посещать бани, то от этих процедур придется воздержаться до 3-6 месяцев. А реабилитация проводится в условиях санаторно-курортное лечение. Поликлиники по возможности предоставляют такие услуги группам риска, только группам риска. И их же пациент сам может поехать. Ну, хорошая реабилитация – это, конечно, прогулки, свежий воздух, походы в горы. Но все в таком щадящем, оздоровительном режиме. И, как говорила наша Наталья Александровна Латыпова, главный пульмонолог внештатный, что надо проводить вакцинацию Превинар-13, вакцинацию от пневмокока. Особенно рекомендую ее проводить пациентам с хроническими заболеваниями органов дыхания, пожилым пациентам, потому что это поможет избежать в последующем повторного заболевания пневмонии, или же она будет протекать в такой очень легкой форме. Но пневмококковая вакцина, она ставится же в определенные периоды возрастные, нет? Она ставится детям до года бесплатно, если дети часто болеющие, лицам пожилого возраста. Мы ее рекомендуем. Тем, кто перенес пневмонию, мы тоже ее рекомендуем через 6-9-12 месяцев в зависимости от тяжести состояния пневмонии, от тяжести перенесенной пневмонии. Потому что же есть пневмонии, которые имеют тяжелое течение. Это когда очень распространенный процесс и развивается осложнение на почке или же на сердце, или же развивается гнойный процесс, абсцидирование. Или же сепсис может развиться, конечно же, эти пациенты сразу не могут получить такую вакцину. А они очень долго реабилитируются, и потом после нормализации полностью их анализов, данных компьютерной томографии, только потом врач принимает решение о возможности назначения вот этой противопневмококковой вакцины. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Хорошего вам дня. Савлия Касенова, ведущий пульмонолог НИИ кардиологии и внутренних болезней, была с нами на прямой связи по Зуму. К другим темам. Язык программирования теперь стал доступен не только на английском, но и на казахском. Уникальный проект разработал ученик Назарбаев интеллектуальной школы в Костанае. С его помощью пользователи компьютеров могут разрабатывать собственные приложения, сайты, писать программы и алгоритмы на государственном языке. Пока этот проект работает в тестовом режиме, а позже его даже могут внедрить в школах. Полная веб-версия уже доступна для всех учащихся страны, говорит разработчик нового языка программирования, ученик выпускного класса Дамир Сарбасов. Любой ученик с любого участка страны может просто открыть этот веб-сайт и на нем научиться программировать на казахском. В данный момент все языки программирования на английском языке. Эта разработка заключается в том, что теперь достаточно знать государственный язык, то есть казахский. Все алгоритмы, как вы видите на экране,
пишутся полностью на казахском языке в соответствии с казахской грамматикой, и компьютер будет это все понимать. Программа является уникальной, на нее получено авторское право, и, соответственно, эта программа предназначена как для обучения казахскому языку, так и для того, чтобы граждане Республики Казахстан, не владеющие английским или русским языком, могли изучать программирование. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего дня. До встречи.